Это что? Тонометр не нужен импортный. Оставь себе. С Алматы не Сейфуллина, там такие тусуются. Ну, Сейфуллина длинная улица. Нет, я не отдельно живу, это мама отдельно от меня живет. Мама с сестренкой съехали. Я живу с бабушкой. Потому что, ну, нужно ее не с кем оставить. И вот так вот. Ну, я думаю, что тоже съеду, может, в следующем месяце. Может, через месяц. Чем краще ресницы? Maybelline. Вот такая тушь. Такая же, как розовенькая, только черная, новая. А комментарии не обижаются. Кто-то по знаку зодиака, пожалуйста, скажи, я тоже. Я близнецы, я же сказала. Спасибо большое. Так. Такие вот. Вроде бы волосы ровные, да, но мне не устраивают. Я хочу еще ровнее. Что такие прям плоские. Когда они близнецы. Белая от Maybelline хорошая очень. Я не знаю белую тушь от Maybelline. Я знаю тушь розовую от Maybelline. Она такая же, как эта черная. Белой, правда, не пользовалась. Но если действительно хорошая, то попробуем. Меня зовут Альбина. Мая 28. Мне 18 лет. Нарощенные? Кто? Хорошо у тебя как? На Арбате не тусуешься? Где мы тебя видели? На Арбате? Ну, прям тусоваться не тусуюсь, но я хожу в ЦУМ, там закуп делаю в этом, в Магнуме. Потом там косметоз, часы там недавно ходила, укорачивала. Очень красивое имя, спасибо большое. Я по национальности... Ну, я метиска, вот. Ну, если вы там судите нацию по отцу или... Я просто не знаю, как нацию говорить. То, что в документах написано или как? О, опять ты. Опять я. Сильные истории тогда. Я с Алматы. Капец, изменилась. Да? Астана изменилась или что? Блонд прекрасный. Я бы не сказала, что он у меня прекрасный. Как настроение? Хорошо у тебя, как настроение, Настя? По национальности рисую. Ты разве Альбина? Я думала, подругу так зовут. Нет, меня зовут Альбина, подругу зовут Амина. Она дома. Ждет меня, пока я соберусь. Вы сейчас где видите? С кого? Очень, очень красивую улыбку. Спасибо большое, или кем ты стала себе? Кем ты сама себя считаешь? Ну... Я не хочу никакой нации относиться, честно. Можно просто буду говорить, но никто. Мне так не нравится эта тема с нациями, правда. Меня ждешь, я Амина. Это Амина меня ждет. А зачем вы прямляете так прямые волосы? Да, блин, они-то прямые, просто они какие-то пушистые. Ну, короче, меня не устраивает состояние их сейчас. Когда я их выпрямляю, мне очень все устраивает. Еще раз покажи тушь. Ладно. Я устал. Или ты скоро домой уже пойдешь? Что-то устал. Чуть осталось. Сколько лет сестричке? 21. На тушь смотреть. Честно, я сама уже устала тушь показывать. Привет, как относитесь к войне в Украине? Я никак к ней не отношусь. Я собираюсь к Амине, ребят. Вот через чей аккаунт я сижу. Такая красивая. Спасибо большое. Наращивание ресниц? Нет, это мои ресницы, это ламинирование. Просто некое ламинирование. Как дела? Хорошо. Нет, ребята, я про нацию ничего не буду говорить. Ты уж, пожалуйста, покажите. Вы уже в Алмате? Да, я уже в Алмате. Вот такая. Оксана и Даша, привет. Приветик. Сколько метров в губах? Да я не буду ничего про губы отвечать. Отстаньте, пожалуйста, с губами. Это оригинал.
тушь имеете в виду? Ну, я ее покупала в Космарте. Надеюсь, что оригинал. Губы свои. Амина тоже думала, вы вместе живете. Мы с ней в Астане вместе жили, а в Алмате... О, привет. Привет с Казахстана. В Алмате мы с ней не живем вместе. Но мы точно с ума сойдем так. Она от меня устанет. Ну, не говорите. Ну, просто меня очень раздражают вопросы по типу, сколько миллилитров в губах. Я считаю их бестактными очень. Максимально прям. Привет с Казахстана. Тушь хорошая, какая лучше? Розовая? Ну, мне показалось, что черная лучше. Потому что, ну, розовую сколько раз бы я не покупала, столько раз она мне не нравилась. Но я каждый раз ее покупаю и покупаю. Как будто бы с какой-то надеждой, знаете? А к черной я звук блонда. Вот да. А к черной я еще вернусь не раз. 100%. Она стоит в районе 5000. 4800 я покупала. Что-то такое. Ну, так же, как розовенькая. Принимаю поздравления. Кем вы работаете? Я работаю администратором в неком барбершопе. Нет, не рублей, тенге. В рублях я не знаю, сколько это будет. Даже считать не хочу. Не знаю курс, правда. В чем отличие розовый и черный? Для меня у них разная консистенция. Очень разная. Ну, короче, мне прям заходит черное больше, чем розовое. Может, это самовнушение? Конечно, отпадают. Еще как волосы отпадают. Игнор. Так, привет с Сети. Привет с Азербайджана. Привет с Казахстана. Волосы отпадают. Какая у вас нация, если не секрет? Я метиска. Метиска я. Можешь еще раз показать?